Сегодня уже получается 47-й день, 26 июня 2021 года, суббота. Сейчас пообедаем, потом часик передохну, и потом можно бегать. В легкую побегать, и потом с сыночками пойдем в баню. В нашу Степногорскую городскую баню. Париться. Мы идем в нашу баню, ходим только из-за пара. Хочется можно и в ванной. А там такой пар, которого я не встречал в других банях. Это супер. Суббота, выходные. С семьей в Степногорске. Кстати, это же вообще так уже было не сезон. Мне немножко незаконно, но... Есть же люди такие предприимчивые, как мы с папой. Попробуй нас какие таранки запустить, ни хрена мы все равно придумаем, что не придумаем. Идем обедать. Кафе Бальженес. Степногорске. Наш любимый Женес. Мы с семьей уже пообедали. И мы уже прошли 7 километров. 2 часа, прикинь. 7 километров 2 часа. Это вместе с обедом. Что? У нас 3 часа. Вот так вот. Мы идем снова. 7-й день ежедневного бега. Сегодня 26 июня. Я решила сегодня не бегать, потому что я и так за сегодня с семьей прошли. В субботний вечер провели уже 2 часа 8 километров. 8 километров пешком ходьбы 2 часа. Но в эти 2 часа входят то, что мы пообедали, семьей время провели. А сейчас сыну выбираем обувь. Старшему, младшему, летнюю. В общем, вот так. Я наконец в Степногорске одел свою любимую бейсболку. Ironman Astana. Она очень классная и очень старая. 18 года, 3 года. Мы сегодня без машины, пешком. Соответственно, домой еще столько же идти. Так что 3 часа будет активить. Какой бегать? Бегать не надо. Сынок, смотри, вот это не дышит вообще. А так, вот любой из этих трех выбирай, они все дышащие. Вот этот лучше. Сейчас, помнишь, как я снимаю, я сказала, не хочу белый. А это не белое, это серое. Я хочу сказать, чем хорошо наша обувь, можно стирать машинки без проблем. Супер. На 40 грамм составить. Ты что, я ничего решил прорекламировать? Нет, я сына с ним. Вот я свою обувь стираю без проблем. Я даже кожаную обижала, но сейчас проверим. Правда, если боишься, ну без проблем. Я тоже такая же обувь. И чем хороша наша обувь, тем она не пахнет. Вот, асиксы. Ну, это спортивная. Беговая, но он 3 года стирается. Вот мы тоже стираем без проблем свою обувь. А китайские обычно стираем, они расползаются. Они мало того, что расползаются, и у них, видимо, я не знаю, какие ткани они там применяют, но то, что у них там вот это вот квартира нормально, да? Мы в Венечели. Маленькие? Благотворительность называется. Какой? Ты говоришь, бесплатно рекламируешь? Я узнавал, Курлан. Блогеры. Вот. Сейчас скажу, кто Костя. Я говорю, а как ты сделал тебе платную рекламу? А тебе надо набрать там количество просмотров, количество подписчиков, потом тебе сами выйдут. Да, ну ладно. В общем, тогда мне еще долго не палится. Тебе надо контент делать, а ты каждый день снимаешь. Это неинтересно, мол. Я говорю, слушай, ну я же для себя снимаю. Посмотрел календарь. Сегодня 47-й день. И получается, в этой месяце, если до конца месяца каждый день бегать, то получится, в общем, 51 день. С того момента, как я начал. И сейчас вот сижу, задумался, а дальше что? Вот. В августе я хочу поучаствовать в Ironman Astana половинка. Это 2 километра плыть, 90 километров велосипед и 21 километр бег. Бег меня меньше всего волнует, потому что 21 километр я пешком пройду. Я его пробегу, для меня это не проблема, я привык бегать уже. Вот 90 километров велосипед, это меня немножко, конечно, чуть-чуть напрягает. Учтя, что на... У меня было падение, перелом ключицы, операция, наркоз, это все. Потом вторая операция. Ну, это, конечно, напрягает сам. Велоэтап 90 километров, это 3 часа крутить педали. И, ну, и плавать 2 километра. Вот. Это минут 40, минут 45 плыть только. Вот эти два этапа меня немного напрягают. Можно, конечно, и сделать так, что чисто поучаствовать в эстафете и чисто пробежать. Ну, блин, ну это все не то, конечно. Ну, это получается самый простой вариант. Сейчас вот думаю, как мне быть. Поучаствовать чисто в этом, в эстафете. Беговой этап пробежать 21 километр, 2 часа и все. И финишировать. Вот. Либо участвовать полностью индивидуально от начала до конца. И пройти все три этапа. 2 километра плавания.
Даже если я буду километр плыть 25 минут, ну, 2 километра, 50 минут, ну, 45 минут, даже если так. Плюс я буду потом 3 часа на велоэтапе, даже если я буду спокойно, даже не напрягаясь, 3,5 часа. И 2 часа бежать, даже 2.30 бежать, если переходом на шаг, чтобы не напрягаться. Это уже 5-6 часов, 6 часов, 7 часов, ну, вот. Нужно мне страдать 7 часов, думаю, или это сделать, ложиться там чуть раньше. Но, блин, на велоэтапе я не хочу напрягаться. Беговой тоже хочу держать средний пульс, ну, 130, максимум 140, не превышать. Так же, как я бегаю ежедневно на тренировках. Ну, в плавании пульс не знаю, но плыть в удовольствие, не напрягаясь. Вот, в общем, вот так. Сейчас супруга еще не советовался. Ну и скажу так, как только я принимаю челлендж, участвую в каком-то соревновании, у меня организм дает сбои, уже это пройдено на практике, и организм начинает болеть почему-то, простывать часто. Чуть побегал или поплавал, вело, все, начинает простывать. Ну почему-то вот так, сопротивление организма. Ну сейчас, думаем, до конца июня у меня есть время подумать, чтобы в июле уже начать. Если да, то 2 месяца тренировок. Усердных, полноценных тренировок. Вело, бег, плавание. Брейки опять начнутся. Эти брейки многочасовые. Вот это время. Ну все. С сыночками играем потом. Вау! Давай! Молодец! 452, 3, 4. Сколько еще ударов осталось? Два, считай. Дай попадем. Шляпа! Я знаю, ты не слабый, ты энергосберегающий. Вот это? Да. Нужно. Норм, давай. Давай один оставим маме. Не, маме. Давай, один удар. Нет, у меня. Мама не хочет. Не бойся, давай тогда. Отлично! Один я. Это пенопласты. Сделай зло лицо, давай! Давай! На 100 килограмм. А, у меня 500. Ну, не постарше. Мы за сегодня ходили, прошли 9 километров, сына, 4 часа 24 минуты, вот, прикинь. Видишь, есть польза в том, что я говорила, давайте пройдемся. Угу. Зато земли сколько там? Да. Наверное, ну все, сегодня вместо бега. Послить, да, сына? Наш фотоархив. Я видеоархив. Получается, да. Идем пройтись по парку. Да. Сегодня 47-й день. Кстати, я хотел тебе сказать, посчитал, что до конца этого месяца 51 день, в общем. Ну, да, 51 день, и это заканчивается этот месяц. И у нас впереди июль и август. Угу. Вот, и... 23-го вроде в августе, да, Айронмен? А я вот думаю, если сейчас начать готовиться, я же еще не зарегистрировался, и участвовать. И потом думаю, если у меня организм опять начнет давать сбои. Да, начнет опять простывать. Такая сонность, такие то, что... Есть два варианта. Либо пойти индивидуально, все три этапа пройти, либо эстафета. С кем-то? Эстафета – это один из трех этапов. Например, кто для меня бег? Самый легкий – это какой? Бег. Бег. Потому что я уже два месяца бегаю.
может, 21 километр я за 2 часа пробегу. Угу. Пусть даже переходом на шаг 2:30, но я сделаю. Ой, как вкусно плавает. Герман! Она ко мне! Ко мне! Ты куда свернул? Шел, шел. Он понял, что я снимаю. Mm-hmm. Он, например, плавать будет к ком? Не знаю. А велосипед на ком? Тоже не знаю. Надо... велосипед Пономарёв может. Надо искать. Он любит велосипед. Надо искать, кто захочет. А плавать кто? Пономарёва. Она любит плавать. Ну, нет. Посмотри. Классно на природе время проводить. Герман. Сиди, сиди, сядь. Стоять, лежать. Герман. Ложись. Лежать. Герман. Ложись. Да. Ой, ой. На природе, сзади парка. Ветерок прохладный, как классно. И обсуждаем. Вот так вот время надо проводить. Обе. Да. Все, кто смотрит, проводите время с женами. Детей оставляйте дома, берите собаку. Если у вас нет, берите соседскую. Тараканов можно даже не выгуливать. Надо. Соседскую выгуливайте собаку. И идите. Вот так. Классно. Когда в небе не показывает, да, здесь? Не видно. Серый. Они... А, вот синяя знак. На горского неба о, вам какая, ленту. Какая классная. Это что, Герман, что ли? Как он слышит? Герман, смотри. Ой, прям висит. Фото. Герман, фото. Ой, только висит. Но на его фоне смотри, какие облака классные. Нормально же видно? Вот. Да. Вот 30 мая я его забираю в Астане. Вот он с самолета. Боится. Он вообще, конечно. Перепуганный. Но в самолете еще холодно, наверное. Нет, у них там отдельно. Они ниже, не в общем же багаже. Ага. Там все нормально. Просто его... Так, ну что, сегодняшний день завершаю ходьбой. Целый день много ходили сегодня, машину даже не выгоняли с гаража. 4 часа мы с семьей прошлись, 9 километров, прикольно. Но это еще не обедали, я часы не отключал, все время ходьба как время шло. Вот потом домой пришли, сразу с супругой пошли в парк, уже Германа прогуливали. 3 часа прогуливались, пришли домой, сейчас в салоне супруга. По делам. Завтра будет сама в салоне, поэтому принимает смену у администратора. Второго администратора мы пока еще не взяли. Уходит самим. Вот такие вот дела.